28 апреля на базе школы номер 15 прошел республиканский конкурс «Самый классный классный». В нем приняли участие педагоги со всего Дагестана. Цель мероприятия – показать работу классных руководителей, ведь от их деятельности зависит воспитание детей. Стоит подчеркнуть, что на площадке собрались те учителя, которые прошли первый заочный этап. Второй этап сегодня у нас пройдет. Это презентация «Я самый классный классный». Они покажут свое. Именно презентация будет показывать, как они с ребятами проводят и уроченное время, и внеурочное время, какие основные приоритеты воспитания для классного руководителя, ну и все остальное, всю жизнь полная класса вместе, одновременно вместе с родителями. Второй этап сегодня будет – это защита их программ. В этом году конкурс приурочен к году педагога и наставника, поэтому получить призовое место для классного руководителя будет вдвойне приятно. По словам учителя географии школы номер 5 города Каспийска Зарины Султановой, подготовка к конкурсу далась для нее легко, так как она ведет эту работу со своими учениками ежедневно. Мы, как положено, выполняем свою работу по всем направлениям, модулям воспитательной работы, работаем, участвуем в конкурсах, проводим классные часы, внеклассные мероприятия, выезжаем на природу, экскурсии, музеи, выставки. Эта вся работа у нас ведется планомерно каждый день, каждый год. Из года в год эту работу мы ведем. Поэтому я не скажу, что была такая прям тяжелая подготовка, потому что эта работа велась, мне далась она легко. Открылось мероприятие яркой праздничной концертной программой, которую подготовили воспитанники школы. Нежный танец ангелов, песни про учителей, эти и многие другие номера произвели приятное впечатление на гостей нашего города. Отметим, что почетными гостями мероприятия и по совместительству жюри были начальник управления по воспитательной работе дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Дагестан Лариса Калмыкова, начальник отдела развития дополнительного образования детей Министерства образования и науки региона Мадина Бабаева, начальник управления образования города Каспийск Лариса Абрамова и многие другие. Мы рады приветствовать всех вас в нашем замечательном городе Каспийске. Мы так привыкли принимать различные форумы, республиканские, всероссийские, что для нас это уже наша жизнь. Поэтому мы очень рады, мы любим гостей. Мы очень хотим, чтобы вам эти два дня здесь было комфортно, а я думаю, что так и будет, потому что 15-я школа у нас умеет встречать гостей, за что им большое спасибо. Жюри, я желаю комфортной работы, нам всем получать огромное удовольствие. Сам конкурс будет длиться два дня, и уже завтра на сцене школы номер 15 города Каспийска будут состязаться лучшие педагоги из районов Дагестана.